течение 3 дней в Рязани определятся победители турнира под названием «Есенинская осень», открытие которого началось с показательного выступления юных гимнасток, напомнивших о том, на чьей земле проходят соревнования. Ромашки, русские народные красавицы. За всеми этими нарядами кроются настоящие борцы за победу. Многие гимнастки, начиная с 4 лет, ежедневно трудятся над собой, чтобы рано или поздно исполнить свою главную мечту – принять участие в Олимпиаде. А некоторые юные красавицы, как рязанка Елизавета Карасева, уже с 2,5, с 3 лет сами начинали пробовать тренироваться. Родители не могут пропустить мимо глаз такое стремление девочек к гимнастике, и когда-то отправив их на первую тренировку, теперь уже сидят на соревнованиях и держат кулачки за своих красавиц. Соревнования не первые, занимается она очень давно. Да, перед каждыми соревнованиями папа волнуется, наверное, больше, чем дочь. Сегодня она выступала 2-я участница. Это было примерно где-то начало 10-го. Да, выступила она неплохо. Все, что она хотела, все она сделала. Это очень большой труд. Иногда даже можно поплакать. Там иногда раны там бывают. Ну, ковер там может коленки вот содрать. А гимнастика – это хорошо. Там я вам советую пойти, кто не ходит. Это очень большой труд. Мне очень нравится заниматься. Тренеры все очень добрые. Все трудности гимнастки переносят достойно. Спорт вырабатывает у них характер и уважение к соперникам и тренерам. Московские гимнастки отмечают, что в Рязани сформирована достойная школа художественной гимнастики, а соревнования проходят на высшем уровне. Алина Арисова после недавно прошедшего чемпионата России в свои 14 лет в своей возрастной группе занимает 43-е место в стране. В Рязани приезжаю уже 3-й раз. Ну, как бы по сложности, я бы не сказала, что очень легкие, но и как бы после чемпионата России через неделю сразу. Так что я уже не так сильно нервничаю. Сами гимнастки отмечают, что в этом виде спорта главная красота. Без нее не будет выступления и побед. И, конечно же, работа с предметами. Для того, чтобы отточить навыки, многие девочки тренируются по 2 раза в день. Вместе с этим успешно учатся в школе и умеют грамотно планировать свое время. В Рязани теперь есть все условия для того, чтобы наш регион смог прославиться великими спортсменками. Хорошие залы для тренировок и, конечно, проведение подобных соревнований. Все это открывает двери для развития гимнасток. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».